Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимадзе. Прошло вроде бы не так много времени, вроде бы, а модов на когда соседа-то опять полно. Только успевай скачивать да проверять и обозревать. Мы, честно говоря, еле-еле справляемся. Это у нас, наверное, каждую неделю так. Правильно. Наберут люди мозгов, чтобы сделать какой-нибудь такой мод, полазить в файлах игры, перерисовать что-нибудь там красивое на уровнях и что-нибудь из этого к нам на передачу канала Максимадзе отправляют. А мы ж не против, мы для вас запасы готовим, будем вам, так сказать, пляжи моря показывать, так сказать, снабжать вас законсервированными витаминами. Господи, уже какой-то бред, честно говоря, несу, блин. Ладно, короче говоря, это я вам, так сказать, напоминаю, что если вы тоже делаете какие-либо моды, хорошие или так себе, неважно, обязательно присылайте, если вы хотите показать их. Этот мод называется как DCC2 Remaster. Его сделал этот Мирослав Гудков. Так его зовут, да? Да, точно. Он уже далеко не в первый раз на наших роликах. И давайте посмотрим. Это типа демо-версия тоже. Тут у нас будет вторая часть. Правда, сначала он был... Правда, анимации некоторые остались, к сожалению, из... Даже вот эти вот. Только анимация ходьбы из второй части, все остальное нет. Но тем не менее, хоть что-то. Автор этого мода говорил, что ему 9 лет. И то, что ему 9 лет, это очень даже неплохие достижения. Вот я бы так сказал. Такой вот мод прям нарисовать. Так, ну этот уровень не изменился. А этот... Вот такие вот уже картинки нарисовать, полоски вот эти. Рисунки, повставлять их в моды, это уже очень хорошо. Молодец. А как он на цыпочках будет ходить, интересно? А, ну так же. Так сказать, короче, будем проверять, хороший мод или так себе. Так, ну в трубу запрыгнул, отлично. Так, новые пакости. Ну что ж, давайте посмотрим, хороший ли этот мод или так себе. Поехали. Новые пакости мне нравятся. Люблю новые пакости, и давайте посмотрим их. У соседа поломалась батарея. Сначала он идет посмотреть новости, а потом приступает к починке. Ну давайте посмотрим, как он будет это чинить. Блин, анимация вот виснущая немножко раздражает. Ну ладно. Это он так батарею чинит. Ну вообще красота. Конечно, я хочу сказать.
Давайте посмотрим батарею. Ты иди давай быстрее, бля. Так, а что с микроволновкой делать? Отличная батарея. Только вот чем бинокль этот микроволновку испортить? Непонятно немного. Вкусное кофе, блин. Так, в воскресенье сосед решил попить кофе. Когда он выпивает одну чашку, он идет за новой. Но Вуди незаметно заходит в дом. Что ж, давайте зайдем. Красивая картинка, конечно. Видно, что нарисовано в пейнте каком-нибудь там картинка вот эта. Почему холодильник-то пустой? Что-то непонятно мне. Да блин, дурацкий монитор, как он бесит меня. Отходит провод один. А, здесь не надо же этого делать. Минутку, а мы предыдущий уровень прошли же, да? Мы, по-моему, 3 пакости выполнили, а не 4. Ну, я не заметил. Но вы-то заметите. Здесь тоже пакости с микроволновки не хватает. Посмотрим, как сейчас сработает одна из пакостей. Слышно, что музыка там играет какая-то, но ее очень плохо слышно. А ладно, не буду делать ее громко. А, вот музыка какая играет. А, тупо просто 100% набирается и все, да? Ну ладно, ладно. Сюрприз ко дню рождения. У него день рождения, он решает попить вина, которое берет на кухне, а после идет пить в гостиной за столом. Между делом он спускается заглянуть в почтовый ящик. А вдруг там пришла какая-нибудь открытка или посылка с подарком? Ну разве можно пить на день рождения? Вот это не по душе и приходит в дом. Давайте... Действительно, это не по душе, и давайте зайдем в дом. Логотип, конечно, меня забавляет. Это что за ящик такой, блин, странный, непонятно.
Зачем резиновая лента нужна? Сейчас надо будет узнать. А, именинный стол. Можно использовать. Так, дайте-ка я угадаю. Вот это сюда надо применить. Точно. Даже не придется ждать, пока он руками сделает. О, яичко появилось наконец-то. Много здесь всего, как он это съест сзади. Нифига себе, вот эта картинка только что была сейчас. Так, быстро спускаемся и рисуем стену. Я что-то забыл ее сделать. Куда музыка-то пропала? Фух, блин. Блин, вот эти спрайты меня забавляют, честное слово. Красота, блин. Да, это недоработки, конечно, но, блин, так смешно выглядит. Ну-ка, как это выглядеть будет? Покажите мне. О! Это типа стол сломался, что ли? Рухнул. Ну ладно. Яблочный пирог. Что может быть лучше яблочного пирога, думает сосед, ставя очередной ломтик в микроволновку? Ну, ах, как, пальчики оближешь. Но если как следует приспичит, даже забудешь про яблочный пирог, и сосед мчится в ванную. Ну, надо помешать соседу наслаждаться пирогом. Погнали. Что с музыкой-то такое, а? А это что такое, спичка что ли какая-то? А, ну вроде понятно, что это кусок от шкафчика, от вот этого вот тумбочки от этой. Но выглядит как спичка какая-то. Так, это такой яблочный пирог? Блин, реально красота, серьезно. Фух, нифига какой портрет здоровый. Пока сосед попадается там на пакости, мы полетаем в облаках. Почему бы и нет? Может, я по небесам. Может, я там кошку свою найду. Ugh.
Блин, я забыл яйцо применить. Минутку. А пакости сработали? А почему процентов нет? Почему пакости не сработали, типа? Чё не так-то, алё? И почему здесь не отображается этот пена для бритья? Вот сейчас отображается. Ребята, а чё не показываются пакости-то? Короче говоря, ребята, насколько я понимаю, этот уровень пройти нельзя. Ладно, пусть он уходит в ванну, а мы выйдем через дверь. А, они просто не показываются, да? Погоди, это же еще не все, тут еще уровень один есть. А я уже думал, этот уровень непроходимый, а там просто не показываются эти. Нифига себе, столик какой. Прям по-детски я бы хотел. Прям по-детски, так сказать, сделанный. Я имею в виду шарики разноцветные и так далее. Так, мыльцо. О, какое счастье, что я решил в аптечку заглянуть. На этом уровне в оригинале в аптечке ничего не было. А здесь есть что-то. Шарики какие-то. Шарики для ванны, вот куда их? В конфеты, наверное. Где музыка, я что-то ничего не пойму. Сонные, что-то сегодня немного я. Блин, это так выглядело, что как будто здесь остался этот спрайт Вуди, сосед так отреагировал прикольно, как будто он его там увидел. Ну что ж, друзья, такой вот мод у нас получился. Я ему скажу, что он так себе. Ссылочка на него будет в описании. Так, напоминаю, если вы тоже делаете моды на игру Когда Соседа и хотите их показать, то присылайте к нам на канал Максимадзе.
мы же не против, на в группу это ВКонтакте, там в обсуждении пишите. Мне можете мне в личку ВКонтакте прислать, написать. Но мне кажется, что проще всего будет написать просто в комментариях под видосом. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, а с меня эпичные видосы. Напоминаю также, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там я часто выкладываю интересные события. Всем пока!